слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому, и ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, дети Божьи возлюбленные, только Он, Иисус Христос, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся, слава Господу, Искупителю рода человеческого. Доброе утро всем, 6 утра в Москве. Молюсь здесь в эти дни как раз в столице о духовном пробуждении Москвы и Центральной Европейской России, и всей России, и всего мира. Молюсь за Украину, потому что уже через месяц, даст Бог, буду у нас в Киеве в церкви, в Харькове, а потом в Киеве. Вот, Света, да, Александр типа подключился, да, мир Божий для всех, да, а потом Света написала еще: «Шалом, дети, любви, воскресшие во Христе, мир вам и благодать в познании Господа нашего Иисуса Христа, аминь, да умножится, аминь, аминь, аминь». И вот места Писания, свое любимое место Писания, не просто любимое даже, а как сказать это правильнее, рему Божью, которой я живу уже вот больше 16 лет, этой ремой живу я, этим откровением, я сделал заглавием. Это из Иоанна 11:25. «Я есмь воскресение и жизнь». Аллилуйя. И вот также прочитаю 2 Коринфянам 4:14 написано. 2 Коринфянам 4:14. Я не могу здесь, к сожалению, написать сейчас. Вот, ну ладно, на слух тогда. 2 Коринфянам 4:14. «Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами». Это 2 Коринфянам 4:14. Вот потрясающая сила воскресения. Сила воскресшего Христа, сила воскресения. Бог, воскресивший Иисуса Христа из мертвых, воскресит через Иисуса, во имя Иисуса, в Иисусе и нас. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь, за все! Благодарю тебя и благословляю великое имя твое. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, 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 Господи, спасибо! Спасибо! Когда совершают таинство, причастие, Евхаристии, слава Богу, я молюсь в силе воскресения, молюсь в Духе Святом, потому что знаю, что действительно Он, Господь, Бог Святой, моя жизнь, Он хлеб жизни. Сегодня проскомедия такая, вот я приготовляюсь к причастию, Евхаристии, у меня хлеб. Здесь я в гостях в корейской церкви, и тоже очень вкусный хлеб пекут по-узбекски. Потому что как раз пастор Николай Джен, пастор этой церкви Агапа, он сам с Узбекистана, да. И здесь многие корейцы, которые здесь в этой церкви, они родом с Узбекистана. Вот, и поэтому благословляю и Узбекистан, благословляю Корею. И вот здесь часы висят. Лос-Анджелес, Москва, Сеул. И сейчас 6 утра в Москве, но в Сеуле, где сейчас находится пастор Николай, уже полдень, уже 12 часов дня. Вот, поэтому всех, кто в Корее, в Японии, да, Юлия, всех, кто подключается, значит, благословляю вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Также благословляю и благодарю Бога за вас. Вот, и сегодня молюсь. И вот читаю здесь тоже и Акафист этот, я в августе месяце хочу как раз вот там к собору уже ближе тоже напечатать эти Акафисты. И вместе, даст Бог, споем как раз вот на соборе 18 числа, вот, и 19 числа тоже, вот, а 17 в шаббат такой предсоборный, накануне на молитве уж это... Само собой. Будем петь разные акафисты. Иисусу Сладчайшему, акафист Духу Святому, вот этот, допустим, да. И
тоже, даст Бог, закончу перевод как раз на русский язык со старославянского и преображению Господнему. Ну, я редактирую, конечно, потому что, чтобы эти акафисты, чтобы в них действительно была христоцентричность, чтобы прославлялось имя Господне. «Придите, верные!» Это вот акафист как раз Духу Святому. «Придите, верные, Духа Святого, прославим сошествие, который от отеческих недр на апостолов излился, как водами боговедением покрыв землю и живоносной благодатью Бога усыновления облагодатствовал нас возлюбленным. Он небесной славы сподобил нас, пришедших к Нему освящает же и обожает искренно зовущих. Ты пришел, утешитель Дух Святой, и живешь, поселившись в нас. Ты пришел, утешитель Дух Святой, и живешь, поселившись в нас. Ты живешь, ты пришел и живешь в нас. Ты пришел, утешитель Дух Святой, и живешь, поселившись в нас. Аллилуйя! 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 Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Спасибо за это акафистное пение, Боже. Благослови нас, Господь Божий, в Киеве, в нашей архиепископии, спеть эти акафисты, Боже, прославляя тебя, Господь, прославляя действительно благодать и милость, и любовь твою, Боже. Господь, и пусть миллионы и миллионы душ, Господь, в эти дни последние, Боже, наполнится Твоим Духом Святым, Господь, во имя Иисуса Христа, который излился на нас, Господь Боже, и который живет, поселившись в нас, в храме Своем Святом. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя, Господь, за все, благодарю! Слава Тебе и хвала! Благословен Господь, благословен Бог наш! Ангелы на небесах светлыми хорами Духу Святому несмолкно славу поют, как источнику жизни и свету невещественному, божественными молниями мир просвещающему. С ними же и мы Тебя, Дух непостижимый, за все явные и тайные милости Твои прославляем и смиренно просим блаженного осенения Твоего. Ты пришел, Дух Святой, свет истины, радость духовная. Ты пришел, Дух Святой, росоносное облако и красота неизреченная. Ты пришел, Дух Святой, и принял, как курение благовонное, хвалу нашу. Ты пришел, Дух Святой, и дал нам вкусить радость явления Твоего. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! Пусть, Господь, в тысячах и тысячах храмов по всей Руси прославляется имя Твое, Господь. Пусть в Духе Святом воспевают, Господь, люди все. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! И пусть это, Господь, действительно наполнение Твоим Духом Святым, Боже, потому что мы есть храм Твой святой, мы есть храм Твой небесный, храм Твой живой, из живых камней созидаем мы. Слава Тебе, Господь! Спасибо Тебе за все! Благодарю Тебя за это доброе утро, Господь, которым мы начинаем, наполняясь Твоим Духом Святым. Благодарю Тебя за тех, кто уже сейчас в молитве, Боже, был уже там, в Корее. Благодарю Тебя, Господь, кто сегодня здесь сейчас в молитве. Аллилуйя! Братья, я с пастором Владимиром разговаривал тоже как раз вчера по дороге туда, в Солнечногорск, обратно, пока мы ехали, общались.
И он был в Корее, пастор Владимир тоже, и пастор Владимир Пак. И он сам тоже узбекский кореец, значит, и вот он побывал на исторической родине своей, вот, и был восхищен очень сильно. Он рассказывал прям так вот с таким воодушевлением об этой поездке. Я сам ни разу не был еще, но вот уже по, судя по этим рассказам, действительно очень много таких пробужденных душ, там миллионы душ прославляют Господа, там Иисуса Христа, аллилуйя. Вот, и он рассказывал, что ежедневно там вот в церквях, которые он знал, которые он видел, которые он посещал, каждое утро есть утренняя молитва. Каждое утро, общая даже, индивидуально это одно, а люди приходят в церкви, в здание церковное на общую молитву, церковную молитву, каждое утро. Перед рабочим днем в 5 утра начинается эта молитва. И там, говорит, кто имеет возможность побольше помолиться, они там час, допустим, молятся, там до 6 утра, допустим. Кто-то уже, они там трудоголики на самом деле, кто-то уже в 6 утра уже кто-то на рабочем месте. И поэтому они там буквально в 5 утра пришли, коротко помолились, там 5-10, и тут же выдвигаются на рабочее место свое. Удивительно. А кто-то, допустим, выходной, допустим, да, значит, и имеет возможность больше, в 5 утра как начинает молиться, и там чуть не до полудня на молитве, на коленях многие, и там и женщины пожилые, мужчины пожилые, молодежь тоже, слава Богу. И я думаю, надо же, удивительно. А, еще он рассказывал, что там, значит, народ-то собирается не просто отдельными группами, знаете ли, небольшими, а большими собраниями, то есть вот как вот церковное собрание, там тысячное собрание, вот так же утром к 5 утра уже многие там уже на коленях молятся, слава Господу, спасибо тебе, Боже всемогущий. Благодарю тебя, Господь, Боже, за пробуждение корейского народа, Боже, за пробуждение других народов многих, Господь, во всех народах, во всех племенах, Твой Дух Святой, Господь, совершает великие деяния. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господи, за все. Пробуди, Господь, Русь, матушку, пробуди, Господь, Боже, воскреси, Боже, пусть сила воскресения действует в нас могущественно. Слава тебе, Господь, аллилуйя. Я еще раз вот это место из Писания, 2 Коринфянам 4:14. Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Вот, и, конечно, да, имеется в виду и последнее воскрешение, воскресение мертвых, которое мы ждем, да, и уже вот 2000-летия исповедуем в символе веры, в символах веры, будем так говорить. Вот Никео-Цареградском, допустим, да, символе веры, там четко прям в конце написано, чаю, да, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. То есть так завершается Никео-Цареградский символ веры, который у нас каждую литургию поется и каждое богослужение там. Вот, и либо читается, либо поется. И знаете, да и православные, протестанты, католики, верующие разных там конфессий, этот символ веры исповедуем мы. Ну, и вот, вот эта концовка, окончание, ну, все христиане с этим согласны, что мы ожидаем воскрешения мертвых. И вот Марфа, Мария, там вспомним Лазаря, когда было воскрешение. Перед тем они Иисусу говорили, знаем, что воскреснет брат наш. Воскресение мертвых, да, будет, конечно, они верили в это. И в то время, конечно, безусловно. Но здесь также и духовный смысл еще есть. Знаете ли, есть еще и объяснение такое духовное, что не только имеется в виду воскрешение последнее, но и воскресение духовное, воскресение, которое сегодня совершается, слава Господу, и свершится. Вот я воскресение проповедовал как раз, получается, здесь вот в церкви Агапа в Москве, и делился как раз этим свидетельством тоже. Я записи делал, но еще их не выставил на YouTube, но на страницы на канале, здесь на Ютубе есть канал церкви Агапа, заходите, подпишитесь, там тоже, это наши друзья, вот, у них трансляции регулярные проходят, и слава Богу за команду служителей, которые вот заботятся об этом, постоянно там люди подключаются, вижу, многие, много очень людей смотрят, слава Богу, вот, и я это, этим делился, и все служение есть тоже вот там, вот, завершившееся позавчера. Можете послушать тоже.
Слава Господу! Пусть Господь благословит сегодня всех нас. Спасибо Тебе, спасибо, Господи, за все. И вот вчера 90-й псалом читал, сегодня хочу продолжить. 91-й уже псалом начинается такими словами. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний». Вот. Я помню, в Минске, в церкви «Благодать», значит, там брат Сельчук был, не помню, брат Марчук был такой, да, жив. Тогда он тоже благословлял меня в служении моем, таком реформаторском труде. И там хор братьев пел потрясающе, вот этот псалом, начало этого псалма. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты мой Творец. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь, спасибо. На десятиструнном и псалтыре с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господи, за все. Благодарю Тебя и благословляю великое имя Твое. Слава Тебе и хвала. Возвещаю слава Тебе, Господь. Боже, благодарю Тебя, Господь. Боже, благодарю Тебя, Ты, Господь, воскресение и жизнь. Ты, Бог святой, воскресивший Иисуса. И во имя Иисуса, и в Иисусе Христе, в Нем Ты воскресишь нас. И в последний час, и, Боже, духовно церковь свою воскрешаешь в Иисусе Христе, в Господе нашем. Слава Тебе! Слава Тебе и хвала, наш Бог, Отец наш, Ава, Отче, Папочка, Отец. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благо есть на самом деле, благо есть славить Тебя. Славить Тебя, Всевышний Бог, это действительно благо. Великая честь и великое благо. И сегодня, совершая причастие и Евхаристию, также, Господи, я благодарю Тебя. Действительно, это восхваление, это благодарение, Боже, потому что, Господи, Ты... Действительно, возлюбив каждого из нас, возлюбив мир весь этот, отдал Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Жизнь во Христе Иисусе, Господе нашим. Благодарю Тебя за кровь святую Агнца Твоего, которым мы искуплены от суетной жизни, преданы нам от отцов. Боже,
никакими ценностями, никакими богатствами этого мира невозможным было бы наше искупление, но оно стало возможным благодаря крови Агнца Твоего, Спасителя нашего, Искупителя нашего Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя и славлю Тебя. Благодарю Тебя за Духа Святаго, Утешителя. Благодарю Тебя, что и тело мое, да, наши тела верующих являются храмами Духа Святаго. Благодарю Тебя и рассуждаю сегодня о теле Христа, о крови Христа. Потому что телом ломимым Господа моего Иисуса, кровью святой Агнца Твоего, я спасен, искуплен навеки. Благодарю Тебя, я исцелен, освобожден, благословлен всеми Твоими благословениями с небес. Потому что от Тебя всякое даяние благое и дар совершенный свыше сходит от Отца Светов. Слава Тебе, Господь! Благословен Бог наш! Аллилуйя! Благословено Царство Отца, Сына и Святаго Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, хвала Тебе. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу во веки веков, во веки и веки. Аминь, аминь, аминь. Благодарю Тебя, Господи, за все. Благодарю Тебя, Бог живой, Бог святой. Бог есть любовь. Ты есть любовь. И Ты, действительно, возлюбив этот мир, возлюбив каждого из нас, возлюбив, отдал самого себя, отдал жизнь свою за нас, кровушку свою за нас пролив. Спасибо Тебе, Господь. Сойдя в могилу, умерев за нас. Воскрес Ты воистину из мертвых для нашего оправдания, Иисус Христос. И сегодня, ныне, Господь, да, уже почти 2000 лет мы это совершаем, Господи, Боже, и сегодняшним днем, и в Корее, и здесь, в России, и по всему лицу земли, Боже, мы, верующие, святые и верные дети Твои, преломляем хлебушек и благодарим Тебя, Господь, за жизнь вечную. Воспоминание Твое сие творим, доколе Ты не вернешься. Пока Ты не вернешься, мы это делаем и будем делать до тех пор, пока Ты не придешь вновь. Господи, слава Тебе! Благодарю Тебя! Благодарю Тебя, Святой! Благослови, Господь, сегодня хлеб сей. Благослови, Господь, сегодня это хлебопреломление. Слава Тебе, Господь. А то, что в чаше сей, кровь Христа Иисуса. А хлеб сей,
тело Христа Иисуса. Спасибо Тебе, Господи, за все. Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Слава. За Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за Голгофу, за кровь я Тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарю Тебя, Отец, Ава, Отче, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Творец неба и земли. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Иисус Христос, Господь мой и Спаситель мой, брат мой, друг мой, целитель и освободитель мой. Аллилуйя! Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, утешитель мой, Ты мой герой. Аллилуйя! За все я благодарю, за все я благодарю, за все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. За Голгофу, за кровь. Аллилуйя! Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю и за все благодарю. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, мой Бог. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю, о Дух Святой. За все я благодарю. Я Тебя, Господь, люблю. Я Тебя, мой Бог, люблю и за все благодарю.
благодарю. Аллилуйя! 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 Слава Тебе, Боже! Слава Тебе! Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое. Господи, слава Тебе! Боже, и Господь, сотвори, Боже, соверши это таинство. Боже, хлеб сей, честное тело Христа Твоего. Аминь. А то, что в чаше сей, честной кровью Христа Твоего. Аминь. Приложив это Духом Святым, Господь, соверши это. Аминь, 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 аминь. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Боже, благодарю Тебя за это чудо, благодарю Тебя за благодать Твою. Благодарю Тебя. Подлинно, как вот в этом акафисте поется, Ты пришел, утешитель, Дух Святой, и живешь, поселившись в нас. Так и есть, Господи, спасибо Тебе, что я храм Твой. Мы живые камни великого храма Божьего. Храма третьего уже, который славой своей превзошел уже все, что знало человечество до того. Храма Духа Святаго, храма благодати Божьей. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Я преломляю сегодня хлеб и благодарю Бога Всемогущего, Всесильного за Его чудо. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, Господи, спасибо, 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 спасибо. Спасибо, Господи, спасибо, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя за все, за все. За спасение, исцеление, освобождение через кровь моего возлюбленного Господа, Целителя и Освободителя Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения. Нет другого имени под небом. Для меня никого нет больше. Только Ты, Иисус Христос. Твое имя, Ты, только Ты, только Ты, только Ты. Тобой я спасен, исцелен, освобожден, благословлен. Спасибо, спасибо, возлюбленный. Аминь. 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 Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо. Спасибо, Иисус, спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо. Спасибо, любимый. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо, Иисус, спасибо, спасибо. Спасибо, 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 Господи, спасибо. Спасибо.
Спасибо. Только ты один для меня, и нет другого. Только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Только ты один для меня, и нет другого. Только ты один, и я тебе, мой Бог, принадлежу. Только ты один для меня, и нет другого. Только ты один, и я тебе, Господь, принадлежу. Спасибо, возлюбленный, спасибо, дорогой, спасибо, 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 спасибо за все. Благодарю тебя и благословляю имя твое. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, Царь возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, Царь возлюбленный грядет. Аллилуйя! Мой возлюбленный стучится, отвори, сестра моя, время пения настало, голубица чистая. Вот он идет, Господь грядет, Бог возлюбленный грядет. Вот он идет, Царь мой грядет, Господин Иисус грядет. Гряди, Господи Иисусе, аллилуйя. Слава тебе, Господь, слава тебе, Господь, за все. Благословен ты, Царь наш, благословен Господь. Боже, Царь Всевышний, Царь Всесильный, слава тебе и хвала, слава, 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 аллилуйя, аллилуйя. Благодарю тебя за это хлебопреломление. Ты есть хлеб жизни, хлеб моей судьбы, моей жизни. Боже, я и Отец одно. Благодарю тебя, Господь, благодарю тебя. Ты – это я – это ты. И ничего больше не надо нам, Господь. Спасибо, 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 Господи, спасибо, спасибо. Аллилуйя. Благословляю вас, братья, сестры, дорогие друзья. Благословляю всех вас священническим благословением во имя Господа Иисуса Христа. Благословляю. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя
и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Боже, благословен Ты, Царь наш, благословляющий нас и благословивший нас всяким благословением в небесах. Слава Тебе, Господь! И здесь, на земле, да будет воля Твоя так же, как на небесах. Слава Тебе, Боже Всемогущий! Благословен Ты, Царь Вселенной! Благослови сегодня Израиль! Благослови сегодня Иерушалаем, Иерусалим, город Твой! Боже, да пробудятся народы все, и да пробудется, воскресит сегодня, воскреснет Израиль! Боже, во имя Иисуса Христа, молю Тебя о духовном пробуждении всех евреев, всех неевреев, всех народов нашей и страдавшейся земли, Господь, во имя Христа Иисуса. Еверехеха Адонай, ве ишмареха, Яхер Адонай, панав элейха, вихунекха, Иса Адонай, панавелейха, веяселеха шалом. Бешем Иешуа, гамешиах Иешуа, машихейну. Амен, амен, амен. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. О, спасибо Тебе, Господи, за все. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа пребывает со всеми нами. Всем святым привет! Радоваться! И еще говорю, радоваться! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И как вот пелось: благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою, истину Твою в ночи. Аллилуйя! Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты Бог Творец, Ты мой Отец. Аллилуйя! Ты возвеселил душу мою, я Тебе, Господь, хвалу пою. Дела Твои велики, мой Отец, Ты Бог Творец, Ты мой Отец. Спасибо, спасибо, Господи, за все. Благословляю вас всех, друзья, во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Да, и как по скриптум, прошу ваших молитв, кто до конца остался в трансляции этой, прошу ваших молитв, святых, братья и сестры, о нашем соборе. В августе месяце, 19 августа, преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Так в календаре православном обозначен этот праздник. И вот накануне, в воскресенье, 18 августа, будет собор. А перед тем, еще перед собором, планирую провести такой предсоборный шаббат. Суббота, 17 августа, в Киеве у нас, в нашей Киевской архиепископии, планирую провести такую молитву общую с хлебопреломлением тоже. Вообще все эти дни будем преломлять хлеб, молиться, совершать действительно это таинство. Слава Богу! Так что до встречи. Если вы в Харькове, то свяжитесь со мной тоже. Напишите мне на WhatsApp, на Viber. И Viber, WhatsApp под каждым видео обозначены там. И украинский, и российский. Вот, слава Богу! Вот, я в начале августа, получается, через месяц должен быть в Харькове. Потом через Харьков еду к нам в Киев. Вот, так что, слава Богу, потом, даст Бог, тоже и во Львове, наконец-таки, да, побываю, слава Господу, соскучился уже очень по всем вам, братья и сестры, благословляю вас во имя Господне, аллилуйя, аллилуйя.